В микрорайоне Лазаревское председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов и депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по делам Содружества независимых государств и евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин совместно провели прием граждан по личным вопросам. В этот день Филонов и Затулин приняли почти 20 избирателей района. Тематика обращений была разнообразной. Улучшение жилищных условий, земельные и имущественные вопросы, уличное освещение, ремонт дорог, экологические проблемы. Отдельные обращения участников приема затрагивали общественные интересы населения. В частности, один из запросов поступил от граждан, проживающих в районе санатория Лазаревский. Он касался возможности организации удобного прохода к станции электрички и передачи домов на обслуживание в коммунальной организации напрямую, а не через санаторий. Для решения прибыл и директор этого учреждения. В итоге стороны нашли общий знаменатель для конструктивного диалога. Обращайтесь к Константину Федоровичу по поводу прохода через территорию санатория Лазаревского к муниципальной трассе, к остановке, к выходу на пляж, на санаторий, ну, кажется, муниципальные пляжи. Обратились по поводу ремонта дорог, обратились по поводу уличного освещения, которое у нас отсутствует. В течение 15 лет ведем переписку, говорится, с места никак не могли сдвинуться, на данный момент хотя бы у нас пошли подвижки. Динамика подключения идет. В течение последнего месяца уже стали подключать людей к свету, к воде. По данным вопросам, которые сегодня задали, также между санаторием Лазаревским и Колосом вроде как достигнуто соглашение, что они все-таки решат этот вопрос. Для оперативного решения проблем по каждому поступившему обращению были даны поручения, определены сроки их выполнения и исполнители. В итоге прием граждан продлился 6 часов. Приняли и тех, кто заранее записался, и тех, кто в последний момент решил обратиться без всякой записи. По целому ряду вопросов нам придется продолжить работу, поскольку надо написать письма в разные инстанции, надо добиться решения тех или иных вопросов.